Да, дуда, плей. Привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей. И ну что ж, давайте продолжим наше феерическое победное шествие. Так, у нас этот самый. Берем, открываем флаги. Так, эти уже успели первые открыть, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп. Ух ты, Катюша, блин, тут такие сильные, достаточно такие мощные танки. Ой-о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 й
сундуков, ты видел? Да, они, естественно, там подлечились. Гады. Ну, не до конца, конечно, ну ладно. Так, давайте быстренько я буду подлечиваться. В смысле, этот взял? Прикинь. Оп, хорошо, хоть одного я взорвал. Мой напарник взял мой ремкомплект. Удачненько так. О, нет, 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 ты не откроешь свой флаг, Танючка. Так, ремкомплект. Есть, я подлечился. Все время эти подлечиваются. О, давай-давай, флаг. Давай-давай-давай, опускаем. Флаг. И берем. Блин, меня уничтожили. Да как так-то, а? А, ну все, 100% победа. Че у нас там? О, скоро, 20 кристалликов мы получим. Да. Хантер. И Лард Маркус какой-то. Чувак. Против Хантера и Фантомаса. Фантомас, слушай, реально Фантомас. Хорошо, что они пока не сильно успевают сюда доехать. Я вот здесь буду стоять и их всех прожаривать. Надеюсь, у меня получится. Так, ремкомплект беру. Подлечился. Давайте еще один флажок выпускаем. Блин, скоро мой дружбан взорвался. Ё-моё. Гады какие. Нет. Иди нафиг. Флаг я не разрешал менять. Вот. Хорошо. Блин. Да, победа. Наконец-таки. Победили мы. Лига испытаний. И мы хочу еще сундучок этот открыть. Новенький, мощненький сундучок. Ага. Ну, в принципе, у нас более-менее похожие танки. Так, главное мне вот этот успевать. Открыл. Блин, Катюша здесь, ё-моё. Блин, меня задело напалмом. Да вы чё, гады, творите. Меняем флаг на голубой. Подлечусь я немножко, спасибо. И я буду здесь стоять до победного. Ух ты, мы вдвоем с напарником взорвались, к сожалению. Эти смотри, флаг поменяли. Вот гады, как они быстро меняют. Смотри, они уже куда подъехали. Нет. Я не разрешал
Так, быстрее-быстрее поднимаемся в горку. Блин, фига меня как вынесли-то резко. Очень быстро вынесли. Так, мой напарник пока еще живой, хорошо. Так, я здесь пока постою. Блин, под вопросом. А, поменяли уже. Ё-моё, нет, стоять не вариант, надо идти. Тем более напалм закинули. А, все, победа. Угу. Хорошо. Скоро сундучок будет наш. Нет, слушай, я не буду брать башню. Баллиста тоже мне не вариант. На Фениксе нам мы будем продолжать бой. Титан. Путин. Ох, нифига, я с Путиным играю. О, прикол, 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 Путин. Давай. Будем с тобой играть. Ой, какие они быстрые, смотри. Оп. Напалм. Так, я успею, нет? Блин, да кто меня там взорвал-то, алло? Путин, давай, дружище. Ты не должен погибнуть. Молодец, открыл флаг. Флаг открытый. Так, ну давай здесь немножко их постреляем. Так, ремкомплект срочно. Он тоже, смотри, подлечился. Ну, давай, 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 еще немножко. Есть, победа, победа, ребята. Сундучок мы тоже выиграли. А, нет, еще нужно, еще разочек нужно нам сразиться. Ну ладно. Катюша и Титан. А у меня... Ух ты, Скорпион! Ой, как круто. Наверное, но это не точно. Круто, не круто, ну посмотрим. Может быть, возможно. А почему у них там уже красненькое горит? Это что значит? Они побеждают, что ли? А, все, открылось. Наш флажочек есть. Еще здесь хочу флаг открыть. А, ты, давай, ладно. Подлечись, дружок. Дружище, подлечился. У него целых два ремкомплекта было. Ну, достаточно я слышу. Мощный. Ах, ты не успел, его уничтожили. Да елки-палки, отстань от меня. Есть, подлечиться. Ну, меня взорвали, конечно, у них очень мощные эти ракеты летят. Так, где у нас скорпиончик? Скорпион, ты чё, офигел, что ли? Ты чё, сдал наш флаг? Все, вроде бы поменялся. Так, подлечусь я быстро. И попробуем еще вот этот флажочек снимаем. И победа будет. Победа будет за нами. Да, скорпион разлетелся. Смотрим. Да, победа. Это что получается? Кристаллики. 430. И сундук. Давай, открываем. Что там лежит? Ничего интересного. Ну ладно. Мы все открыли. Давай 2 на 2 поиграем. Я возьму... Что-то я хочу за скорпиона поиграть. Так, усилитель. А, что тут кушать? Усилителя нету. Ладно. Мазырь какой-то, мазырь. Сейчас попробуем. Я на скорпионе буду играть. Так, это отравляющий боеприпасы у нас. Единиц. О, нет, нет, нет. Ох, нифига, у меня уже здоровья нету. Алло, в смысле? Меня уничтожили. Меня уничтожили, реально. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Ладно, один на один. Я не буду брать скорпион, он у меня очень слабый пока. Где мой любимый танк? Вот он. Играем за мой любимый танк. Один на один. Тут еще по рангам как-то, да, дается противник. Вот у меня 1100 практически, тут это, у этого 1000 всего лишь. Текс, и давай мы его сейчас уничтожим. Так, ремкомплект. Вот будет прикол, если
Ремкомплект не будет добавлен. А противнику. О, 50 монет мы можем сейчас заработать. О, сундук открыли, да? Ну нафиг. Что у нас здесь? Монеты. Блин, башня. Прокачали башню хотя бы. А, ладно, давай, получается, поиграем в зимнюю войну. Вот возьму такой жнеца. Жнеца. Поехали на жнеце. Так, сразу защиту включаем. Да, давно я жнецом не играл. О! Хорошо. Уничтожает противников. Кстати, ребята, обязательно пишите комментарии. Передавайте приветы. И еще птицы. Да, пишите, какой ваш любимый танк. Так, смотри, вот я сейчас быстро-таки уничтожу противников. О, Катюша, блин, меня сейчас уничтожат. Давай, блин, а почему я подняться не могу, алло? Тяжело как-то поднимается танк. Кстати, видел его, что можно его прокачать будет. Это хорошо. Всё.